Создатель самого дорогого образовательного стартапа в стране ищет площадку для реализации нового проекта. Подготовку успешных кадров в области физики обсудили глава республики Олег Николаев и основатель крупнейшей российской онлайн-школы Skyeng Георгий Соловьев. Георгий Соловьев родом из Чувашии. Это все объясняет. К созданию школы физики его побудила просьба бывшего учителя лицея номер 3, ныне покойного, Валерия Горбенко. Он меня очень много учил, и благодаря ему мы выиграли Всероссийскую олимпиаду по физике. И вот он перед смертью меня попросил, звонил мне, говорит, нужно, чтобы физику кто-то преподавал и сделал здесь курсы. Я решил организовать здесь курсы, там сам все оплачиваю для детей, для преподавателей на базе третьего лицея. Вот сегодня утром с Ириной Ильичной мы обсудили. И вот просто, чтобы в регионе была хорошая физика. Глава региона Олег Николаев идею организации на базе Чебоксарского лицея курсов по физике одобрил, отметив, что проект нужно масштабировать. Республике нужны кадры, чьи знания и опыт востребованы в долгосрочной перспективе. Тем более мы уже с этого года очень плотно готовим по ранней профориентации ребят. Да. Тут, причем независимо, где находится школа, в сельской местности, в городской местности. И наша задача как раз с самого раннего детства выявлять, наверное, внутренние желания, потребности и склонности детей, а там уже их уже развивать по этим направлениям. Руководитель региона подчеркнул, в республике активно развивается IT-кластер, и правительство готово к сотрудничеству с представителями бизнес-сообщества для реализации самых смелых проектов в области креативной экономики. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Позвонил